Мы имеем дело с попыткой очередной реставрации империи. В 91 году эта империя наполовину распалась. Сейчас мы живем в период полураспада. Эта империя сейчас похожа на курицу с отрубленной головой, которая бегает еще по двору, разбрызгивает во все стороны кровь. Надежд у нее взлететь и стать орлом нету никаких. Нет ни технологических, ни идеологических, ни материальных оснований для того, чтобы претендовать на статус империи. Мы имеем сейчас дело вот с этими фантомными корчами, от которых гибнет так много людей, от которых в конце концов, вероятно, развалится Россия.